2016 года Drift Championship of Ukraine охарактеризовался огромным количеством участников. За счет этого тренировочный процесс впервые, наверное, за всю историю украинского дрифтинга был очень медленным, слишком медленным. За тренировочный день, который длился больше 10 часов, я сумел выехать на трек всего 4 раза. И это справедливо сказать о каждом участнике, поэтому не все успели кататься в трассу. День тяжелый, 35-40 градусов жары, в машине вообще под 60, наверное. Блин, ну днем еще то плюс-минус было, а под вечер то голова квадратная, уже мы просто уже прекратили тренироваться, потому что нереально. Сегодня, опять же, машин по 30 стоит в очереди, ну часа два надо ждать, чтобы попасть на трассу. Тоже один раз проехался, но как-то там не получилось. Вот, и сейчас вот меняем колеса, едем опять тренироваться, потому что квалификация уже где-то через час начнется, поэтому надо еще хотя бы разочек успеть проехать. I'm sorry, I can't help it. Именно в этом году так вот сложились обстоятельства, что все новички, которые годами собирали свои машины, им дали вот несколько лет передыха, грубо говоря, пока чемпионата не было, пока были тяжелая ситуация была. И именно сейчас я вижу много проектов, которые начинали еще в 2011 году, 2012, но ребята боялись выехать, потому что вот было там топ-10 пилотов, которые между собой там рвались. Сейчас есть Дима и Люк, есть наша команда, мы тоже уже ветераны, есть еще несколько ребят, но кто-то меньше уделяет внимания дрифтингу, кто-то вообще ушел, вот Дениса Лисиченко мы не видим, к сожалению. И поэтому у ребят есть надежда прорваться на подиум, и ну, пока не сильно получается, но я думаю, у них все впереди. Много лет уже езжу в Украину, и, скажем так, в связи с всей геополитической обстановкой, чувствуется то, что не так быстро прогресс идет и в дрифте. Но в общем числе организация очень хорошая, водители сегодня, ну, я не ждал, что будет так много. Пилот Звинный, 500. Главный организатор чемпионата Украины Drift Championship of Ukraine последних двух лет Андрей Гальчинский всегда славился своей щедростью. И начиная с самых первых этапов, его мероприятия были очень выгодны для пилотов, начиная от предоставления автовозов на его винницкие мероприятия, когда он проводил только их, и продолжая приятными условиями, скидками на гостиницы, ну и другие интересные условия. В этом году Андрей решил сделать приятную такую вещь, и, может быть, это тоже в свою очередь сыграло интересную роль в огромном количестве пилотов. Это бесплатное участие в чемпионате. Действительно, раньше, ну, сложилась такая ситуация, что нужно было платить за участие $100, ну, плюс-минус. В этом году бесплатное участие, и мы видим, как результат 34 зарегистрированных пилота у нас в Одессе. На самом деле все было очень позитивно, немного затянуто было, но не в силу организаторов. Организаторы работают слаженнее каждый этап, хотел бы отметить организацию вот ВФДД, то есть Андрея Гальчинского, они супер подняли свой уровень организации и создали, наверное, самые теплые условия для пилотов, которые я когда-либо встречал. То есть остальные начали уже подстраиваться под них. В чемпионате Украины пилот не платит стартовый взнос. Это очень важно, и такого никогда не было. Да не, ну вообще на самом деле да, это прикольно, потому что я был на чемпионате мира, где было немного даже меньше машин, чем в Одессе.
Качество машин, конечно, да, мы поспорим, но мы растем, и все развивается, и это круто. И появляется рынок дрифтинга, он возобновляется после войны. Не после войны, война реально подубила вообще все, что происходит в стране. А это возрождается. То есть появляется какой-то рынок. Я думаю, что вернутся обратно и спонсоры, и все. Потому что вся Европа смотрела на Украину с открытым ртом и говорила: вау, как у вас здесь круто, откуда у вас все то, что здесь происходит. И говорю, у нас здесь 46 миллионов, и как-никак, мы самая большая страна в Европе. Se aguenta, miro muito bem enquanto você tenta. Enquanto mamacita fala, vagabundo senta. Mamacita fala, vagabundo senta. Depois pra lá, me deu uma latinha pra fugir. Batei que se mistura, você bate de frente. Me liga, cara, é bom. Joga pra tumba, tumbei. Vem, vem, joga pra tumba. Квалификация оказалась в самой середине дня этапа и закончилась около 4 часов вечера, то есть парные начинались позже. Это, конечно, было обусловлено большим количеством участников, с одной стороны, а с другой стороны, тем, что в Одессе жара, и все-таки вот эти именно самые горячие парные заезды оставили на более прохладную часть дня, чтобы машины действительно выдержали. Трасса ТЦ «Новое место» у нас уже года 4 или 5 используется, и она для зрителей, она похожа из года в год, тем более, что зрители видят только половину трассы. Главная часть, на которой решается судьба заезда, происходит именно после постановки. Первая клиппинг-зона, вторая клиппинг-зона, и только там начинается вот этот круг между трибунами. Так вот именно первую часть, где происходит самый большой вызов скиллу пилота, зрителей не наблюдают. Но может быть и хорошо, потому что там просто идет перекладка. В прошлом году у нас был внутренний клиппинг-поинт, точка, к которой нужно было проехать передним бампером. В этом году у нас поменялся судейский состав и поменялось судейское задание. И вот как раз одна эта точка была перенесена на задний бампер. И если в прошлом году можно было очень большим ходом эту трассу проходить, то в этом году нужно было выскакивать на постановке и тянуться к другой части трассы. И именно здесь, возможно, инерционность моего тяжелого автомобиля сыграла злую шутку. Мне все время приходилось инерцию сдвигать в сторону, и не всегда это получалось. Тут, в этом месте, не первый раз дрифт происходит, и не первый раз я тоже в этом месте. И конфигурация, в принципе, сама площадка диктует, какая должна быть конфигурация. Она такая же, как и всегда. Может быть, несколько точек, которые мы хотим водителям, чтобы водители подъехали в других местах, но... А так она такая довольно техничная, тут тяжело сделать эффектный заезд и быть по заданию в этом числе. Многие ребята хотят очень эффектно, но не по заданию ехать. Вот это место, здесь часто второй выезжает за трассу, очень много раз видно. Мы этого не допускаем, тут стоят фишки, мы будем за этим смотреть. То есть оставляйте себе место, понимая, что первая машина будет держаться сюда, чтобы вы здесь, вот как Мантас говорил, были где-то в задний бампер, в заднее крыло. Когда у вас будет нормальный шанс перекрестить траектории и на перекладке, можно раньше, можно синхронно, как кому удобнее, опять же подъехать вот сюда в дверь. На самом деле у меня был напряженный уикенд, потому что пятница, суббота я принимал участие в чемпионате мира в Таллине Drift All Stars. Это был третий или четвертый этап. Четвертый. Это, в принципе, был мой дебют в этом году на европейской мировой дрифт-сцене с новым автомобилем.
было довольно-таки напряженно, поскольку, знаешь, новая машина, очень сложный, техничный, на самом деле техничный, опасный трек, которого Drift All Stars всегда отличается этим. То есть, треки, ломающие сознание пилота. Вот. А потом в рейс через Вену. В 5 утра надо было быть уже в аэропорту. Спать я не ложился. В 5 утра я прибыл в аэропорт Таллина, я прилетел в Вену. Там самолет опаздывал, вылет задержался на 40 минут. Я за 15 минут умудрился без очереди, без ничего пробежать паспортный контроль и прыгнуть в самолет, который летит уже на Одессу. В 13:35 я приземлился, быстро добрался до... У меня даже есть фотография, я еще не выложил в Инстаграм, где я подлетаю, и машина уже квалификацию начинает ехать, а самолет приземляется только. Прикольно очень. И я сразу попал туда, быстро комбинезон, машина, покрышечки, и последним я уже выехал на квалификацию. Два круга мне дали организаторы для того, чтобы просто прогреть автомобиль. И из трех кругов я проехал два квалификационных заезда, потому что машина на третий круг уже греется. Я решил не ломать машину, потому что, учитывая мое состояние и напряжение, и перенапряжение, было более чем нормально. То есть тот результат, который я добился там. Заехал в стену, вот и все. Он просто когда в стену ударился, он ударил меня в корпус. Ну, вроде бы ничего такого жизни важного не зацепил. Поэтому сейчас там ребята чуть лишнее поубирают и все, я готов ехать дальше. Говоря конкретно об этапе и о сетках, в нашем случае, конечно, запоминающимся на этапе был Виталий Лютый Дог. Его этот автомобиль на газу, Nissan с сердцем от BMW. И с самого начала, ну, мне казалось, что Виталик заскочит на подиум, но, как показывает практика, тяжело что-то предугадать. Иногда вот в пылу борьбы случаются срывы, и здесь что-то пошло не так, и Виталий, к сожалению, ударил бетонный блок, это был контакт, и я думаю, это не позволило ему достойно продолжать. Вот он остановился, по-моему, в топ-8, но тем не менее, с самого начала и до самого конца, каждый его заезд было очень интересно смотреть, и я думаю, что не только пилотам, но и всем зрителям. Дальше можно говорить о Никите Лукьянове, который спустился в нижнюю сетку и все равно пробился потом в финал. К сожалению, у нашей команды вот не сложился домашний этап, начиная от того, что наш новичок Дима Глоба не прошел квалификацию. Денис Шамин тоже оказался сразу в нижней сетке и почти сразу из нее и вылетел. Мне же довелось... Не вкатался я в эту трассу. Вот, наверное, малое количество тренировок не дало мне полного понимания.
Я вроде бы ее проезжал, но квалификационное 6-е место и дальнейшая встреча с Димой Илюком в топ-8. И мне показалось, что я ехал близко, но сейчас показывают материалы, это уже не так близко, как он ко мне подобрался. Я спустился в нижнюю сетку и опять же встретился с одним из своих соперников, кто уже со мной ездил, прошел его и в топ-8 встретился с Никитой Лукьяновым, где в первом заезде его объехал, а во втором заезде то ли усталость вот так меня рубануло, то ли что-то произошло по технике, но у меня произошел прямо под судейкой разворот. Очень досадный, потому что хотелось дома показать вот максимум, что я могу и родственникам, и друзьям, и фанатам. Всегда в Одессе самые яркие фанаты, и они дают самую большую поддержку. И, конечно, за это чуть ли не извиниться должен перед ними. Однако в прошлом году нам не удалось удержать подиум в Одессе, одесский. В этом же году в Киев не уехал главный кубок этого этапа. На самом деле, ну, то есть там не было бы one more time, если бы я не сделал ошибку, наверное, в силу тоже своей элементарной усталости, вот, которая стоила мне еще 2 покрышек. То есть все на самом деле шло слаженно, и то есть как так оно и должно было быть. Вот, может, кому-то это скучно, кому-то не нравится, но мы действуем по холодному расчету и принимаем участие в соревнованиях именно так. Вот. Но мы были готовы ко всему, то есть я сделал ошибку, но второй раз я, конечно, не позволил себе ее уже допустить. Но там не о чем было говорить, потому что у нас абсолютная доминация в скорости, в траектории, во всем. Ну, все видно невооруженным взглядом даже. То есть старушка по-прежнему еще имеет порох поравнить. На самом деле я довольно такой, ну, все время сидел покритиковать, там, поколоть, поковырять, то не так сделал. Нет, все было, в принципе, круто, за исключением того, что я допустил one more time вот, в финале. Ну, это вне бюджета, потому что бюджет ограничен, и каждая покрышка реально на счету.